Всем привет, ребята! Ну что, зашел на Тайвань с утра посмотреть, что по акциям, и открыта новая локация уже наконец-то, дает регистрироваться на нее. Не знаю, что будет, надо 2 дня. Я гляну. Вот можно выбрать регистрацию, закинуть героев. 30. В общем, можно взять с собой 30 героев. Они повторяться не должны, как видите. Все. То есть должно быть, ну, насколько я знаю, 5 человек. Через 2 дня будет старт. То есть в субботу, по идее, четверг, пятница. В субботу будет старт. Интересно. Просто было мини-обновление. Зашел в игру, обновил, и вот вам регистрация. Так, что у нас еще интересного на Тайване есть? Да, посмотрим. Понятно все. Островок стандартный. Ну, здесь нормально собирать огника, вообще изи просто. По сравнению с остальными. Серваками, конечно, тут тоже кайф. Так, что у нас? Вот. Что-то оно так коряво все показывает. В общем, здесь нифига не поменялось, судя по всему. Что-то, блядь, заходишь один раз так, заходишь один раз так. Меньше, больше акций. Хрен простышь, короче. Так, спорт лото. IGG. Нифига себе. Нифига себе. Вы что-то поняли, короче. А, это стор. Керри. Еще что-то. Короче, полный дикий и лютый. Трэш творится на этом серваке. Тут нью показывает. Какие-то плюхи связаны с вашим IGG ID, каким-то кодом. В общем, вот такой вот трэш, ребята, на Тайване. В общем, через 2 дня будет. Надо, кстати, будет, наверное, завести твинков. Хотя твинков, наверное, вступлю сейчас в топовую гильдию, кину заявку. 2 дня как раз пройдет, думаю, регистрация нас пустит. Блять, тут еще не просто так распустить гильдию. Короче, блядь, гильдию создал, а выйти не могу. Ладно, потом буду разбираться. Так, поехали на английский сервер, глянем, что на английском. Ну, в общем, интересно будет, что будет на новой локации.
Какой угар. Донаты опять. Так, покерматчер. Настолочка. Понятно все. Поехали дальше. Хрусталка. Хрусталка, кстати, какая-то урезанная стала. Не знаю, что так, но что-то мелкие смотрю, только паки. Пиратище. Сегодня доступен. Что себе три камешка. Ничего не поменяли. Островок, билдпак. Билдпак такой же. Понятно. Так, не продаю целого нового героя еще. Ой, хрен с ним. Поехали на немку. Ой, только проснулся. Проснулся, слился в Бравл Бол. И все, заебись. Так, на немке как раз обновились акции. Сейчас чекнем под кофеек, что у нас тут интересного. Это у нас за вход. Забираем плюшечки. Стопроцентный бонус. Так, давайте сразу чекнем рынок, что на рынку у нас есть. По стандарту. Дуэль я уже показывал вчера. Здесь шар совсем другой, в отличие от других. Серваков, пиратище. Пиратище не поменяли. Такой же остался. 200 снеков на халяву. Как вам такое? Так, пакеты, поехали посмотрим. Тут жесткие пакеты. Шансы, возможность собрать. Смотрите, скины уже продают полным ходом. Ну реально кайф. За 20 баксов. Здесь свои плюсы есть на этом сервере. Так, это мы забрали плюхи. Ну все, ничего нету. Вот вам, ребята, пример офигенного шарика, где вы можете получить 5 сумок зефира, 5 сумок лисицы. Ну реально кайф. Что-что, а это реально кайф. Что-то не дает. Не дает сделать обмен, странно. Хотя у меня 8 есть. А, у меня места, наверное, нету. Из-за этого и не дает. В общем, надо фармить арену полным ходом. Все-таки 5 сумок, как-никак, это реально круто. Надо больше героев поставить. Такс. Там были. Вроде везде были. В общем, новая локация откроется в выходные. Будем пробовать ее зафармить. Посмотрим, что с этого получится. Что там интересного будет. Я думаю, что-то интересное должно быть. Посмотрим на реализацию, блядь. Днищенской обновы. По-другому ее не назвать, потому что она вообще никакая, нифига не поменяли, нифига не изменили. В общем, все как всегда, ребят. Без изменений. Да блин, давайте мне другие итемы, нафига вы мне даете эту фигню? Запарили. Сейчас нас тут уработают. Нифига себе, мы еще держимся, нифига себе, посмотрите. Там герои с эволюциями, а мы их тащим. Красавчики. Вообще, смотрите, была бы Фрей, я бы его просто ушатал. Ну, а так он меня ушатал. Дали бы что-то попроще. Вот, например, типа такого. Так, Анубис и Стрелок сейчас тут, наверное. Нифига себе, посмотрите на моих красавчиков.
Просто жесткие типы. Что они творят? О май гад. Отлично, еще одну палатку нам. Дали нам еще одну палатку. Ну, надо искать вот таких вот противников побольше, чтобы проходить. Отлично. В общем, надо, ребята, сейчас усиленно, кто играет, фармить вот эти вот палатки. И будет вам счастье. Нифига себе, я вырвался в топ-2000. Жестко. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, будем ждать новую локацию. Я буду пока пытаться выходить с... А, заебись, противники. Буду пробовать выходить с гильдии. Всем удачи, всем пока.